сука, там. А что там с вашим водилой от дары? Что с ним? Да нормально. Нормально? Осколка. А КамАЗ целый? Ну, первая проехала закрыта. Ну, не сильно его хоть, Юрчика? Сказали, вы убили. Осколка. Командир, это вот кто был? Это мой утяжелитель, я в нем на скакалочке прыгаю. Да, хуярит, блядь, я человек. Да, прыгает, как это сам. Снимает. Ой, так что? Ну а как я тут, блядь? Не, я могу вот эту хуйню. Обижай. Да? Обижай. Миша, колеса тут смотри. Чего? Прямо после него. А вы там сколько тут? Thank you.
лестница. Ой, это то со. Сейчас третий начнем пройти. Есть чуть-чуть, Катя, Ключи давайте, какие есть. Ломайте. На четвертом открывайте. А на четвертом же открыто. Все, открыто. А кто там работает? Видите, свет. Ты, значит, нужно там подальше поставил. Че? Сейчас я буду заново сдавать, а тут рулевой. Куда? Сейчас, я 2 минуты. Что там, братва? Привет. А ты как варенцы? Дышите? О, бля. Ты дышите? Ну дышим, Златановская масс. Я и пиздец. Светония. Водила хоть нормально? В больницу положили. Короче, глаза и лицо, и стекло. А стекло мне и градом. Мы приехали, у нас не аппарат. Не аппаратов, понял? Я понял, у нас сказали, что обесточено. Я правильно ни хера, да? А кто проливает там? Все в КамАЗе осталось. А КамАЗ там остался, да? Вроде говорят, первый за ним поехал. Ну да, поехали. А как пацаны добрали? Или вы на Зелу? Мы на Зелу свалили. Там остался Женя Начкар и Жулик охранять. Женя Начкар, как. Сиволов, да. Так он же уже зам. Это же эта комната, где нету окна, да, слева? Да, да, да. Чего она там так хуярит? Сейчас. Ладно, мужики. Нормально.